Здравствуйте, это канал Максимадзе и Hello Neighbor Hidden Spirits снова. И сегодня, как я и обещал, посмотрим аркад мод, в котором у нас есть пре-альфа и альфа 2. Ну, а начнем, пожалуй, с пре-альфа, потому что наверняка это поинтереснее. Выберем искусственный интеллект. Not scary. Давайте not scary. Это самый легкий, я так понимаю. Для ознакомления нам, наверное, лучше выбирать его, чтобы у нас... чтобы нам полегче было. Наша задача не противостоять как бы соседу, а посмотреть, насколько же хорош дом в этой пре-альфе у нас. А я немножко уже посмотрел... Извините. Немножко уже посмотрел геймплей чуть-чуть. И, во-первых, тут второй этаж имеется. Ну, как минимум, второй этаж имеется. А, во-вторых, здесь... Так, секунду. Микшер громкости. А, все нормально. А во-вторых, здесь так же, как и в оригинальном режиме этого мод, этой фанатской игры. Блин, вот это не прикольно, конечно. Надо также в одном из комодов пароль найти. И подсыпать в молоко снотворного и усыпить соседа. Стащить ключ у него. Короче, тут у нас второй этаж имеется. Здесь ничего нету. Но тут имеется второй этаж хотя бы. В доме главного героя. Это замечательно. А здесь, собственно, спальня. Давайте смотреть дом нашего соседа и будем его изучать. К сожалению, как мы выяснили, в этой фан-игре есть баги, и я надеюсь, они нам сильно не помешают, потому что... О, машины разобраны, ничего себе. Потому что в прошлый раз-то они нам очень помешали. Например, я понял, что нельзя... О, генератор. Нельзя, это самое, применять код на... двери в подвал раньше, чем мы будем туда заходить. Иначе она закроется и не откроемся потом. О, и щиток есть, прикольно. Печку можно включать, прикольно. Тут у нас отмычка есть, это замечательно. Так, ну давайте в скрытном режиме пойдем. Сваливаем отсюда. Вот это да. Зашли в ванну, увидели моющего соседа. Ну, моется хоть в одежде, так что тут как бы ничего. Но это прикол, конечно. Но вот что-то странно, он нас вообще никак не поймал, он к нам не подходит вообще. Это немного странно все, если честно. Ну ладно, ну что ж, давайте входить. Хоть так, не знаю. Открываем гараж. Здесь, я полагаю, ничего нету полезного. Либо я не увидел просто. Давайте комоды сразу смотреть. Нет, здесь ничего нету. Давайте тут смотреть. Эти нет, эти тоже пустые. Давайте тут смотреть. Пустые. Здесь закрыто. Очень печально. Давайте. Ну давайте пока первый этаж изучим. Потом перейдем на второй. На втором есть на что посмотреть. Да блин, вы что, прикалываетесь, что ли?
Нет, не отсюда. А, изловил, блин. Почему он тогда не ловил? Странно. О, анимация примерно как во второй Альфе. Что мы выкидываем? Так, вот теперь что интересно, это где коробка с потерянными вещами? Отмычка-то для чего-то нам явно нужна. Давайте искать коробку с потерянными вещами. Должна же она быть. Может, там где котельная, я что-то не знаю. Вы это видели? Он только что в выходную, а тут появился сразу в гараже. Странно все это. Невидимая стена еще, блин, какая-то. Дайте я посмотрю в котельной, может, там лежит этот ящик. Или это. Вот он. Вот отмычка, она провалилась туда немного. Так, спаленка. Так, давайте откроем. О, ультрафиолетовая лампа. Берем. Она почему-то помечается как яблоко в инвентаре. Так. Так, нет, может тут. Так, тут какой-то пароль. Но я видел видео, что там надо другой в комоде найти. Так, я вот этот фотографирую. На всякий случай. 47,85. На всякий случай фотографирую. Так, я не знаю, нужна она будет или нет, если что, вернемся за ней. Ладно, давайте второй этаж смотреть. Так, вот молоко. Нам надо будет еще где-то пилюльки найти. Так, второй этаж. Я вообще как-то играл в одну фан-игру, где был второй этаж в Преальфе. Однако там немножко не так он выглядел. Он как-то попроще, я бы даже сказал, он выглядел. Ой-ой. Он там попроще выглядел, и эта фан-игра уже удалена из Game Jolt. Меня многие даже в комментах просили, осталось ли у тебя где-то. Ну, нет, у меня не осталось. Расстроенный, что и разработчик и удалил. Блин, бандикам нажал. О, а вот это подходит. К той двери не подходило. Блин, вот не прикольно, что через пол проваливается все. Так, смотрим еще комод. Здесь нету. Может быть, тут есть. Тут нет, тут нет. О! И этот тоже пустой. Красный диван. Никогда такого не видел. Вроде бы. О, пилюльки. Пилюльки, вот, пилюльки. А, и вот, собственно, ключ, который у соседа.
на поясе от этой двери. А эта дверь нам надо обязательно открыть. Здесь это обязательно. В оригинальном режиме ее не обязательно открывать, здесь обязательно. Так, ну давайте смотреть. Там, по-моему, еще были двери. А, вот мы где не были. Закрыто. Тут прибито. О, тут и... О, подожди, тут еще и третий этаж есть. Ничего себе. Я думал, второй. Да, оказывается, даже третий есть. За что все закрыто-то? Да, блин. А, вот это, кстати, я помню. Это на одном из самых ранних артов игры. Вот пародия вот этой комнаты была. Была вот такая комната, и здесь тут пародируют. О, пароль. Так, 4434, на всякий случай сфотографируем. На всякий случай сфотографируем. 4434. И ключ карты какая-то. Там-то что? Там дальше ничего не было? Нет. А здесь? Чё всё закрыто-то, ё-моё? Все двери что-то закрыты. Это что? Это, видимо, генератор вел сюда. Мы его включили, и вот и решетка-то открылась. Так, ну ладно, теперь надо как-то попробовать молочком его прям усыпить. И ждать, сидеть, видимо. Только вот через шкаф не разглядишь, как он молоко пьет. А, вот она, господи, я уже думал, сейчас потеряю. Так, ладно, сейчас будем сидеть и ждать, пока он молоко попьет. Все, молоко попил теперь. Надо найти, куда он пошел спать. Я проглядел, к сожалению. Придется заново ждать, я не проследил. Есть, я стащил ключ, хотя на молоке он не был. Я это сделал, я уже думал, игру придется перезапускать, думал, скрипт что ли поломался.
Фух, получилось наконец-то. Я уже заколебался сидеть тут. А вот где эта дверь только была? Я что-то уж забыл. Короче, я так что-то смотрю, он не встает уже. Он уже, по-моему, давно спит и не встает. Когда он машину ремонтирует, он тоже не перестает ремонтировать, пока он не это. А, вот пароль, кстати, дверь с паролем. Ну-ка, так, попробуем ввести-ка. Так, ну-ка. 44, 34. Неверно. Тогда этот пароль 47, 85. Тот же пароль, что и в оригинальной при Альфе. А, вон ключ-карта, куда нужна. Ключ-карта где-то в ящике потерянных вещей валяется. Не все вещи, кстати, попадают в этот ящик, поэтому я надеюсь, что они там будут. Так, и что здесь? Куча коробок. Есть ли тут что-то полезное вообще или нет? А, вон, молоток же. Молоток. Молоток, ну вот. О, проснулся сосед. Неужели? Нужно пойти за этим. Опа, вон он. Аккуратно. Нельзя, чтобы он нас заметил. А, вот, а что за этой дверью? Блин, опять я в этот бандикам уперся. Медведь. Ну, его в печку, очевидно, надо. Ладно, давайте спустимся вниз. Котельную, там коробка потерянных вещей и это. Блин. Ну, надеюсь, медведь там же окажется сейчас. К сожалению, не все вещи могут туда попасть. Потому что некоторые могут либо просто там не появиться, либо сквозь коробку провалиться. Вот, кстати, ключ-карта запросто может провалиться сквозь коробку. И я ее не смогу потом достать. Если это так окажется, то и ну это пипец будет. Это все заново, что ли, проходить придется. Нужно дорабатывать эту версию. Иначе хрен пройдем мы ее. Иначе мы ее реально хрен пройдем. Так, вон медведь. А, вон ключ-карта, все на месте. Блин, коробки эти сраные. Так, запускаем. Хорошо. А, это гвозди. Ну, гвозди не нужны мне. Блин, а. Я уж думал, не заметит. Так, ладно, я надеюсь, они снова там сейчас будут. Ну, там можно так зайти через окошко.
вот от той двери ключик этот. Хотелось бы не наткнуться на соседа вновь тут. Окей. И ломик. Так, возвращаемся на второй этаж. Боже мой, а. Сосед все время там, где мне не надо, чтобы он был. Блин, жаль, нельзя сделать так, чтобы вещи сохранялись в инвентаре. Ох, сложно. Сосед может быть где угодно в этой версии. В релизе версии, в оригинальном соседе, он может быть нигде угодно. И мы это с вами знаем прекрасно, не так ли? Господи, я ж тут зайти мог. Зачем я опять прохожу через эти двери? Ну, привык, блин. По привычке туда иду. Так, ключ от подвала. Так, идем подвал открывать. Да ёб... Чё за фигня-то такая, а? Под ногами все появляется. Пароль. Где пароль? Ну-ка дайте мне сюда пароль. 4434... Блин! Блин, я его еще и сфотал, так что неудобно читать. Так... Теперь в коробку потерянных вещей снова. Самое время застревать, блин. Сорок четыре, три, четыре. И все равно закрыто. Понятно, забаговалась игра. Игра забаговалась. Дверь все равно не открывается. Ну ладно, на самом деле,
Там ничего не... Я посмотрел немножко на видео, там ничего не будет, там просто написано, ну, вы прошли при Альфу. И там то ли время будет написано, то ли что-то еще, но, короче, подвала там нету, так что... Как бы, ладно, не так страшно. Но то, что такие баги, это, ну, вообще неприятно, прям, очень неприятно. Собственно говоря, прошли мы при Альфу, так сказать, хотя я не открылся у нас подвал. В конечном итоге дверь заглючила. Но, тем не менее, подвала нет. Мы, тем не менее, двери, по сути-то, открыли. Все головоломки разгадали. Хотя с этими багами, с этими сложностями, это было не так-то просто. На сегодня все. С вас и подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал, Субадиру ВКонтакте. Подписывайтесь также на Дзен. И всем пока.